Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. И наконец-то, загрузочные экраны, которые сегодня выпали после обновления компедиума. Выпали аж 4 пачки, 4! Не 18, не 20, не 1, а 4. Я посмотрел, очень красивые загрузочные экраны, необычные. Даже чем-то напоминает Morrowind. То, помню, такая игра была, да, там также при загрузке были какие-то существа и их строение. Давайте посмотрим. Заглянуть внутрь. Открыть сейчас. Именно сейчас. Вау! 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 Выпадает по 3 загрузочных экрана. Ой, как далеко мне листать. Делаем так и вот так. Открываем далее. Заглянуть внутрь. Открыть сейчас. Вау! Вау! О, yeah! Опять идем в самое начало. Заглянуть внутрь. Открыть сейчас. О, тает. Огрмак. Вивер. Идем в самое начало и опять. Заглянуть внутрь. Мне не хватает еще одной пачки. Там у нас есть задания, можно их выполнить и получить еще одну, пятую пачку. Тогда в итоге у вас будут все загрузочные экраны. Ну, открой. Ой, это был баг, ладно. О, Джаггернаут. Легион Командер. Трентабл. Великолепные загрузочные экраны. Жалко, что они не сделали предосмотр прямо здесь, чтобы я мог посмотреть и показать вам. Но я думаю, я кое-что придумал. Ну, как я вам и обещал, предосмотр всех загрузочных экранов. Начнем с инвокера. Далее идет Джаггернаут. Легион Командор. Мипо с золотыми зубами. Огрмак. Дестер. Фантомка. Фантом Лансер. Квапа Секси Шмекси. Тайд. Арбуз. Вот он даже растет на глазах. Трент. Дерево. Вивер. Таракашка-букашка. Виверн. Вич-доктор. Доктор больной Вичем. Леорик. Скелетон Кинг. И опять инвокер. У меня дежавю был. Все. Пишите в комментариях, понравились вам загрузочные экраны. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.